Буквально месяц назад компания WinSmart представила свои смартфоны в России. И в конце октября редакция Кандуру была приглашена любезно ребятами из WinGroup во Вьетнам, чтобы посмотреть, как же все обстоит на самом деле. По прилету мы заселились в чудесный пятизвездочный отель, который стоит на отдельном острове. И, немного отдохнув, выдвинулись на завод VinFast. Это завод по производству автомобилей компании WinGroup. У входа мы увидели белоснежный седан компании VinFast. Это автомобиль собственного производства. Довольно здорово собран, зазоры ровненькие, двигатель работает тихо и дизайн такой узнаваемый, своеобразный. При производстве используются детали Bosch, Siemens и прочих гигантов известных автомобильной индустрии в том числе. Ну а мы отправляемся дальше, чтобы посмотреть, как производятся сами смартфоны WinSmart. Вот нас красиво нарядили в антистатическую одежду. И мы выдвинулись. Мы зашли в секции, где происходит тестирование смартфонов. Очень все технологично выполнено, очень чистое и светлое помещение. Безумное какое-то количество станков для проверки качества, надежности, сборки, приема сигналов. Очень много всего, глаза разбегались просто безумно. Вот здесь, например, тестируется количество нажатий, насколько износостойк вообще экран, сенсор экрана. По классике, качельки громкости, кнопки питания тестируются. И даже насколько вынослив штекер мини-джековский. Насколько это мелочная процедура, насколько она важна в процессе реализации смартфонов. В том числе тест идет на температурные перепады. От высоких температур до самых низких температур смартфон должен отрабатывать безупречно. В этом и есть качество. В данном ракурсе тестируется вот попадание пыли и песка, насколько смартфон готов. А здесь дроп-тест. Имитация человеческого уха и черепа. Далее мы выдвинулись в цех по производству смартфонов. И также были удивлены, очень все четко, работа идет слаженно, никто не филонит, помещение чистейшее. И, к слову, в цехе работают только вьетнамцы. То есть нагрузка такая социальная ответственность компании выполняется. Везде какие-то микросхемы, платы, собираются смартфоны. Все что-то тестируется, диагностируется, перепроверяется. Селфи на фоне и идем дальше. Нам разрешили снимать везде, и это здорово. Засняли все. Вот сейчас процесс упаковки новеньких, свеженьких смартфонов к покупателям. С
Спасибо, Винсмарт, за приглашение. Было очень интересно, увлекательно и технологично. У компании есть все шансы занять лидирующие позиции на рынке смартфонов среднего ценового сегмента благодаря собственному отлаженному производству.